Доброе утро, дорогие друзья, с вами канал «Одна Австралия», я Александр Петров, и на канале в YouTube иногда подписчики спорят друг с другом, и очень заметно, что существуют две группы людей, которые интересуются моим каналом и которых интересует иммиграция в Австралию, выезд в Австралию, уехать из России, ну кому что. И я думаю, что первая группа – это люди, которые просто хотят убежать, уехать, которые вырваться хотят. И своего рода это наиболее такая бескомпромиссно настроенная часть аудитории. И это люди, которые изначально были такие же, как и я был. Вот, и это люди, которые основная масса моей поддержки идет. И есть другая часть, которые... Скажем так, люди с достаточно большим достатком, люди, которые хотят улучшить свое положение, но которые чувствуют себя достаточно хорошо и в России, и думают, ну, если что получится, ну, может быть, и хорошо, поеду. Неплохо иметь два паспорта, в принципе, у меня все здесь есть. Ну, вот, дай-ка я попробую. Эти люди очень в себе уверены, это меньшая часть, но то ли тоже... Я бы сказал так, это люди, которые раньше ехали учиться с другими большими компаниями, в том числе и с нашими друзьями Students International. Соответственно, таких людей может быть четверть из всего моего студенчества. Я бы хотел, чтобы обе эти группы между собой устраивали какие-то дискуссии, может быть, что-то полезное черпали друг у друга. Очень бы не хотел, чтобы люди ссорились, потому что это мои люди, мои студенты, и мне хотелось бы, чтобы... И те, и другие приезжали, и те, и другие получали максимум от своей поездки в Австралию. Поэтому, если где-то рисковато, тушу конфликты жестко и на начальной стадии, приношу свои извинения, и я никого не собираюсь банить, и максимум, что могу, удалить какой-то контент и попросить ребят как бы держаться своих позиций, ну, в определенных рамках. Я думаю, что, дорогие друзья, это будет всем нам полезно, и в итоге мы придем к тому, что мы будем и для первой категории, и для второй категории наших зрителей делать все самое лучшее, самое удобное. И в итоге, наверное, это приведет к тому, что и канал будет развиваться, и наше дело будет идти вперед. Спасибо.